Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Я рад, что пришла весна и не хочется лишних слов. Расскажу вам прогноз погоды и в конце спою про любовь. И о погоде на 18 мая, воскресенье в Архангельской области. Итак, в Котласе сегодня плюс 19, ясно, без осадков, ветер слабый. В Плесецке умеренный ветер, плюс 20 на термометре, осадков не ожидается и ясное небо над головой. В Вельске температура воздуха плюс 19, ясно и без осадков, ветер слабый. И, конечно, о погоде в Архангельске. На протяжении дня ясно, без осадков. Утром и днем ветер умеренный, а вот вечером сильный. Утром температура воздуха плюс 16. Днем печет солнышко и плюс 20 на термометре. А вечером не так уж сильно опустится температура, всего до плюс 13 градусов. И как обещал. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. А дальше не нужно, дальше грустно. До встречи на телеканале ПС.